Do'stlar, mana hozir ko'rib turganingizdek, bizlar Samarqandda joylashgan vokzal bozordamiz. Vokzal Dehqon bozori deyiladi. Vokzal Dehqon bozoriga tashrif buyurishimizdan sabab asosiy maqsad hozirgi vaqtdagi narxlar bilan tanishish edi, to'g'rimi? Baxtiyor aka, ko'rib turganimizdek, birgalikda bozor to'liq nazoratga olingan. Bozor xodimlari, nalog xodimlari soliq departamenti tomonidan narxlar tekshirilmoqda va narxlarning sun'iy ravishda qimmatlashishiga to'sqinlik qilinmoqda. To'ppa-to'g'ri, kim narxni ko'tarsa, ular обязательно albatta chora ko'ryapti. Ular ko'rsatyapti-da, menga buni pokazali, kto zavyshayet tseny, ikh nakazyuyut. Ребята, извиняюсь, у нас достаточно плохо общаюсь. На самом деле здесь департамент, сколько меня там налоговики здесь работают, а сам директор этого рынка, они ходят, контролируют за всем цены. Яни одамлар мана бу бир туда бўлиб бирдан паника қилишни бошлашди, карантин бўлади, уё бўлади. Лекин ҳозир данный момент мана биз бозордамиз, бозорда кеч бўлишга қарамасдан бозор бўляпти. Одам унча кўп эмас. Нархлар ўрташа нархлар, тўғрими? Ярмаркалар бор, алоҳида нархлар қўйилган, белгиланган нархда сотилмоқда. 3.5 дан турган картошка 3000 дан мана сиз ўзингиз ичтингиз ярмаркадан 1.5 минг сумдан 500 япти. Агар эртага келасиз шу бозорда бурунчи агар айтадыкку сиз 3000 пиёзми 4000 картошками да мана шу ерде контроль бор, хокимияттан бор, департаменттан бор, директор бор. Ана ушундай уларга муражаат менен чыктыңар, как полагается, улар чора курады. Болду. Рахмат. Видеону көргөнүңүз үчүн рахмат. Сизлер менен Лазбек болду, хамда Бахтиёр. Гражданский контроль. Майли, саламат буласыз. Hozirgi zamon talabi bo'lmoqchi, onlayn kuzatuv kameralarini o'rnatish xizmatlarimizni taklif etib qolamiz. Bizning xizmatlarimiz orqali siz o'z uyingizni, oilangizni onlayn ravishda masofadan turib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning xizmatlarimiz ichida sizning uyingizga internet o'rnatib berish xizmatlari ham mavjud. Hoziroq bizning raqamlarimizga bog'laning. Я вам скажу, что я не могу.
Смотрите, как получается. Мы 5-6 назад сюда приходим. Вы смотрели, в YouTube я ролик запустил. Он картошку когда продал по 6 тысяч. Он говорит, что оказывается, я его пугал. Да, я сейчас как раз и хочу к директору подать, потому что у меня есть очень много вопросов. Не, почему? Я имею право. Почему? Здравствуйте. Вы директор базара. Можно бы с вами пройти пообщаться? Правильно сказал, 3,5 картошка, это хорошо, я похвалил ее. Картошка 3,5 стала, молодцы. А что? Вы послушайте, поэтому я вам говорю. А? Вы меня будете слушать? Конечно, я слушаю. Я когда сюда пришел, задал вопрос. Пошли с ничего продал. Когда? Это было 4 назад. Есть съемка. 4 назад. Я вам сейчас покажу. Это значит или воскресенье, или понедельник. Да? Я сам вам покажу. Ага. Смотрите, как получается. Сейчас в Ташкенте на базе картошки по 2700 расходят. По 2700. По 3000. Да. Сюда привозят. Уже по 3, по 300 они продают. По 300 они продают. Молодец. Где? Не сюда. А вот он пришел сейчас, он говорит 3,5. Разговор не молодец. Он говорит по 3,300 тоже один. Это что значит получается, что у нас действительно уже цены стоят стандарт? Конечно. Вот это я вам и говорю. Я хотел его отловить и ему сказать то, что он сейчас правильно сделал. Поэтому я сейчас прошелся, снял, хотел сказать, будет показано на самом деле. Все, вот вокзал, где будет цены по 3,5. Понимаете, чувствуете? Не выше я имею в виду. Вы не поднимаете по 4 тысячи, не поднимаете. Опа, Магатан, обязательно. То, что вот он тот день продал по 6, он все по 3,5, молодец. Правильно, молодец. Вот у нас молодец, габ больше не принимает. Даже если не набирает, я все говорю. Молодцы. А там Парка просто, вахима солишь. О, я, кем вахалы? Мен не вахалы. Коронавирус, вахима солят. Что коронавирус? Это вы делаете, мы не мы. Вы 4-5 покупали, никто ничего не говорил. Ну ладно, завоз сейчас прекратили. Картошка же не у нас выходит, правильно? Его за работу оплачивают, за рабочих оплачивают, она же сама не выйдет. В оптовую мы сходили. Когда? Смотрите, мы сейчас оттуда идем, с Сиабского базара идем. Сейчас слушай, дайте рассказать. Задали вопрос, я отвечу. В Сиабском базаре продаются по 4 тысячи, там тоже, по 3500, по 3300, по 3600 есть. Это в Сиабском. В Янги базар приходим, сидит один человек, продает какую-то картошку, откуда она у него, из Пакистана, продает ее по 4 тысячи.
оптовый. Да. Я ему задал вопрос, я говорю, почему по 4000 продаете картошку? Он говорит, я 5 дней назад, говорит, очень дорого, говорит, взял на базе. Говорит. На базе. Хорошо, вовнутрь заходим, по 3600, по 3400, по 3300 продают они на Янге базаре. Да. Тоже, почему? Значит, получается, вот он, бедный человек, хочет рубль-два заработать, он, значит, получается, идет в Янге базар, покупает по 3300. Пока он сюда придет, тут машина есть, тут чек есть, ему за сколько продавать надо? Он тоже правильно, с одной стороны. Просто я хочу в том плане сказать. Как кто должен это? Вот назорат. Назорат, хорошо, назорат. Назорат, если оптовый дорого, назорат как будет? Правильно, это будет обращение туда, в Хокимет, потому что над Янги базаром назорат не работает. Люди, которые здесь сидят, хотят рубль-два заработать. Не получается. Хорошо работает. Вы дослушайте, подождите, вы не нервничайте, я вам еще раз говорю. Понимаете, как получается? Не ваша вина, не его вина, не его. Вина там. Почему я здесь съемку делаю, чтобы Хокимят видел вот это все? Почему у вас? Чора пятна курсы. Получается как? Мне 5 назад приходил сюда, картошку продавал человек по 6 тысяч, он который в очках. Да, 16 часов. Где-то 5-6 дней, я сейчас покажу съемку, когда это происходило. Пришел к нему, я говорю, картошка не чекнула, он говорит, по 6 тысяч. Кем масала, на кесе золотанизм? Да, вот он, пришел его напарник, есть на самом деле, разговаривали. Чакарсон? В ютубе посмотрели, в ютубе смотрели, в телеграме запустили. Видели? Это я был. На самом деле там видели, да, полностью съемку? 16 часов кеганцы, Душанбе курили. Да, мы приходили с Тимуром, приходили сюда. А теперь, смотрите, сейчас в Ташкенте 2700 запускают с базы картошку. Снял. Шупрадака. Получается, она сюда приходит, 3300 сюда на Янге базаре. Они продают здесь уже 3,5, не завышают, правильно у вас цена? Да. Подошел, молодцы, говорю, 3,5, говорю, а окончательно сколько надо? А тебе, говорит, сколько надо? Говорю, ну, сколько там, 10, по 3,300 дам, молодец. Да. Разговора нету. Шнейдам, я больше мунки не масса. Да. А теперь я что хочу сказать, народу показать, на самом деле цена стоит 3,5, никто не завышает, никто здесь не барыжничает. Да. Понимаете, в чем вопрос получается? Получается, что народ, который здесь есть, они не слышат, не понимают, они думают, что я сюда пришел провоцировать. Я никого не пришел провоцировать. Я пришел показать народу, чтобы народ панику не поднимал, приходил, закупал цены, которые здесь есть нормальные. Картошка 3,5-3,300 мана здесь продается. Вот я в том плане, я ему сказал, молодец, то, что 3,5-3,300 есть. Вопрос. Почему люди такие здесь, такие, они налетают? Что я такой плохой сказал? Где ваше удостоверение? Предъявите, пожалуйста. Вы извините, если я к вам подошел, я полное право имею вас требовать. Вы можете вам обратиться к инспектору. Я к вам обращаюсь. Инспектор подойдет ко мне, значит, я вам покажу. Это ваше обращение. Еще... Вот человек снимает, ему не пишет. Я вам еще раз, я могу любого снимать. Я вам предъявлять не буду. Я вам лично предъявлять не буду. Вы сказали, что он у вас есть. У меня он есть. Где? Я вам предоставлять не буду. Где? Вы что, со мной я ругаться будете, право что ли? Имею. Что нет, вы имеете право? Я ругаться все не буду. Пишите вы за... со мной ругаетесь. Я с вами не ругаюсь. Покажите ваше удостоверение. Том, уберите, пожалуйста. Я не могу его убрать. Я тоже не могу убрать. Я буду требовать. Слышите меня? Да. Вас здесь что, пан Каприн? Ну, цена, значит, 3,5. Больше не поднимаешь. 3,5 миллион. Котармай так. 3 миллион. Охлаза кесе ярмарка. Лекин оша куны буксина шогирты турген. Уни ям кимдер ухтарпки. Манаш нарка айтасан. Сан съемки хламан дейки. Подождите, как это получается? Он авана чакрып сөйлемейтер. Это значит, получается, кто-то ему сказал? А, шынай деген. 6,5 миллион олдым, 6,5 миллион сотаман. 5600 олдым, 6 миллион сотаман деген. Хорошо, вы, значит, верите больше этому человеку, а то, что не происходило, вы, значит, не верите со стороны съемки. Кеча узым олып, съемкеге көрсетіп, гаплазып, ага тушынтыш қаттан олып, 5 миллион 500 миллион штрафан бурды. Всех сняли, всех сняли, не только вас, сняли. Есть. Почему? Здесь 4000 было. Смотрели у Тимура канале смотрели, сняли мы ДСК снимали, Янги базар снимали, микрорайон снимали. Там цены завышены, там по 7 тысяч продают, не только вы, и по 6 тысяч продают. Чеснок 70 тысяч продают, 60 тысяч продают чеснок. Понимаете? В том плане я говорю, что не надо завышать цены, чтобы народ не мучился. Да, вы тоже здесь сидите, пойдете на Янги базар, покупаете картошку за 4 тысячи, сюда приходите по 5 тысяч продать, это не ваша вина, это их не вина. Понимаете? Вы тоже должны жить, зарабатывать, понимаете? Это значит, что наше, значит, государство, контроль который там не контролирует, а приходите здесь контролировать. Поняли теперь фишку? Или нет? Потому что здесь, то, чтобы зарабатывать деньги, семью свою, помните, вы вправе.
то, что Янги базаре выходит картошка подороже, то, что выходит, это там до нас чёрт курочки. Я пришел сюда, я сюда пришел снять картошку на самом деле. Правильно. То, что на вокзале цена стоит, не завышаете, понимаете? Это плюс. Плюс этому базаркому здесь, который здесь работает, стоит за контролем, который стоит. Значит, цены здесь контроль есть. Вы сами пришли на нервах, стали. Подождите, я пришел заснять по просьбе подписчикам посмотреть. Потом Бахтер Ака 5600 келдим деп 6100 yaptı bu bola, lekin özü bilmeydi onu uyuşturgan. Lekin u boyunca chora ko'rildi. Soliqchi 5200 qancha jarima oldi? U yerga qo'yildi. Rahmat. Салам алейкум. Картошка не шпина сотяпся? Учминсон? Кайсон учминсон? Местный, российский? Хорошо, хорошо. Йос, не шпина болепка? А? Бриар? Аны? Или бізда көрдік шығы бриарым тяпсы мы? Серьезно. Одан келемті беймалы бриарымды болепты. Торым картошки кишкіне не шпина болепты? А шу кишкіне учмей? А? Без нечпина болят так? Нечпина? А? Без нечпина? Без нечпина? Нечпина? Без 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 нечпина? Картошка 2 минута. Катта картошка бурды мысли? Катта картошка бурды. Тамам, тамам. Эрбе тамам. Сізді не шпиль апа? А? А? Смотрите, ребята, как получается. На вокзал приехали. У нас здесь на вокзале имеется сколько мята с представителя контроля. У нас все здесь имеется. Есть люди. Они следят за рынком. На рынке на самом деле порядок. Бардака нету. Панику поднимать не надо. Приходите, покупайте за вот... 1500 говорят, по 3000, по 2000 картошка есть. Контроль работает. Директор по базара рынка, он ходит, контролирует. Ребята их здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь насмотрел я их. Все видите, все знаете. Дай бог, чтобы всегда так было. Вот ту картошку посмотрим цену. Да. Сними вот это. Картошка местная? Ассаламу алейкум. Местная. Ассаламу алейкум. Картошка? Учмин, да. Да, да, я смотрю, потому что они разные есть. Они есть маленькие, большие. А будь это ладно, авангард. Картошка не самая главная. Потому что надо чеснок создать. Здесь на рынке у нас... сколько стоит чеснок? Килограмм. Пучок чеснока килограмм, это только это свежий сейчас. Просто люди тоже панику подняли, на самом деле на вокзале не говорят, а продают. Да, 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 это точно. По 60, по 70 тысяч продают. Здесь я просто не видел. Есть свежий чеснок, есть, а это... Есть свежий масло, есть чеснок. Если ёк, чеснок грузил, сонда. А, Рахман, шучу, вот давай на мой материал. Уже какой месяц, уже март, уже апрель. Сними вот он, вот запасный он картошку. Вот запасный он, тоже подойти. Вот здесь запас, вот сюда. Сюда, бахрин. Алтасин, тусин, прикурасин, кузин. Хорошо. 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 И эта картошка по 3000, правильно? Да. Посмотрите. Вот, пожалуйста, смотрите картошку. По 3000.
потерпеть, да. Можете приходить спокойно покупать. Никакого здесь этого нету. Вот, пожалуйста, все наши здесь контролируют, директор базара, сколько мята. Вот они все, контролируют весь рынок. Да, пожалуйста. Да. Очень приятно было с вами пообщаться, с вами. Я рад, что на рынке порядок. Ребята, серьезно. Да. Не поднимайте панику, ребята, на рынке все нормально. Спасибо вам большое. Спасибо. Если что-то личное сказал, что-то сделал, вызов. 97 код мой.